that we should always chant Jivan Sandho. But in our daily life, sometimes when influence of time is very strong, we really chant Jivan Sandho like someone can shoot gun to our head. But when obstacles came out, we are not chanting Jivan Sandho. And as you mentioned previously, we should cry. But for what we should cry? For Krishna, he is very far away. I should cry for that I cannot chant very attentive, or that my mind is destructive. What is the influence of Jivana Sandho and crying, and what is how in every day we should Jivana Sandho? Because when Draupadi have extreme obstacles, he chant Govinda Jivana Sandho, Kunti pray to Krishna, Krishna please give us obstacles to be Jivana Sandho. What in our daily life? Maybe we should take extreme responsibility to chant Jivana Sandho, because otherwise we should cry for our stupid life. Thank you very much. Ну, кратко, можно? Кратко. Что такое? Гурудев сказал, что мы должны воспевать так, как будто сейчас мы умрем сегодня. И в обычной жизни мы действительно так воспеваем, когда какие-то ужасные препятствия наваливаются. Но когда препятствия отходят, мы уже не повторяем Джона Сандху. Можно воображать, что тебе пистолет в голове приставили, но ум быстро к этому привыкает и больше на это не реагирует. Что делать? И также Гурудев позавчера сказал, что нужно плакать. Плакать почему? Что мой ум отвлекается, что Кришна мне вообще безразличен, что я не могу читать джапу, как по определению поместить ум в мантру, мантру в ум. Вот этот Джона Сандху, и почему реально плакать? Какая вот методика, чтобы каждый день правильно плакать и вот правильно находиться в этом состоянии отчаяния. First of all, don't take any instruction out of context. Но прежде всего не надо вырывать наставление из контекста. First of all, said Shakshi. То есть первое слово стиха Шакши. Be situated in the position of the witness. That means without bodily identification with the body and mind. Растождествляя себя с этим телом, с этим умом, с этими отождествлениями, надо понимать, что ты просто свидетель. The verse does not say be completely in the mode of ignorance and absorbed in worldly life. And then think, oh, I may die at any moment. Потому что стих не говорит о том, что ты ходишь полностью погруженный в телесную концепцию жизни и боишься всего вокруг, что я могу погибнуть любую секунду в этом мире. First be situated in Shakshitva. То есть прежде надо утвердить себя в понимании того, что я душа и я свидетель всему происходящему. Then understand that you are an eternal being. Дальше следует понять, что я вечное существо. Я вечное существо. So in relation to your eternal existence, one life is like not even 1 second. И с точки зрения вечности, твоя вот эта твоя нынешняя жизнь, она даже не секунда. Because you are kalatit. Потому что ты калатит, ты вне времени. Then drishya. Дришья затем. Why are you saying Krishna is very far away? Почему ты говоришь, что Кришна очень далеко? Krishna is everywhere. Кришна повсюду находится. But we cannot see him. He can see us, but we cannot see him. Но мы его видеть не можем, зато он может видеть нас. So then anutap. Затем anutap. Then we feel great regret over our ignorance. Мы сокрушаемся о своем собственном невежестве. So if one is chanting with the feeling of regret, actually, then it means Krishna's kripa is coming, because kripa nimito nutapaha. The symptom that Krishna's mercy has come to a person is that they are filled with regret and remorse that they have wasted their life. Если мы по-настоящему испытываем анутап, сожаление о том, что мы впустую утратили свою жизнь, это указывает на то, что на нас уже присутствует милость Господа, потому что крипа немито нутапага, то есть тот, кто по-настоящему воистину скорбит, на нем уже присутствует милость Господа. So if you have gone through 1, 2, 3, 4 stages, then you feel, oh, Krishna, I cannot live without you, and then the fifth stage comes. И если ты проходишь через первую, вторую, третью, четвертую стадию, естественным образом ты начинаешь понимать, о, Кришна, я без тебя существовать вообще не могу.
I will die. Krishna, please be merciful to me. Прямо сейчас я готов расстаться с этой жизнью. Пожалуйста, Кришна, пролей на меня свою милость, иначе я умру. So the answer, how can you come to Jivanasando? Is Shakshi Kalakta Vishanutapa Jivanasando? So why do you ask the, you only ask the question because you take the word out of context and say what does it mean? Тут естественный Meaning прав. Depends on context. То есть, видишь, значение зависит от контекста, и естественным образом ты приходишь к этой последовательности, пройдя через все предыдущие стадии, которые указаны в этом стихе. Шакши, Калати, Тадрища, Нутаптам, Дживана Сандо. How do you know that you live till the sunset today? Как ты, откуда ты знаешь, что ты до заката солнца сегодня доживешь? Do you have any guarantee? У тебя гарантии какие-то Not. Есть? Not guarantee. Вот и ответ. You know that Shukadev Goswami spoke to Parikshit Maharaj, Srimad Bhagavatam in 7 days. Shukadev Goswami Parikshit Maharaju повествовал Srimad Bhagavatam в течение 7 дней. So this is actually relevant to everyone. И по-настоящему это уместно по отношению Because к каждому. Because we're all going to die in 7 days. Потому что каждый из нас умрет в эти 7 дней. That means either we'll die on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So if every day you chant as if it's the last day of your life, one day you'll be right. Поэтому если ты каждый день с таким настроением воспеваешь, что это последний день моей жизни, то тогда однажды тебе посчастливится по-настоящему это прочувствовать.